Я думаю, что это мнение Дарина Киртуак, и мы его уважаем. Но, естественно, приглашение должно прийти от лидеров партии, которые ведут такого рода переговоры. Здесь свою роль имеет президент. Вы видели, что он приглашает представителей партий, проевропейских партий, для ведения консультаций. Даже но он сегодня, еще встретится даже, еще и с социалистом. То есть он как раз может быть, в рамках он покроет все своих партии, полномочий. В рамках своих полномочий. Ну, вот мы будем реагировать на официальные приглашения. Будь то от президента, будь то от лидеров партий, которые пытаются создать коалицию. Если такое предложение будет, то, естественно, мы его будем рассматривать и обсуждать. Но это не значит, что мы сегодня рвемся к власти или для получения каких-то функций в правительстве или в других структурах.